Сама все сказала, что я пила. Освидетельствуем на состояние производства алкотектора. Я вам даю трубочку, проверяйте на целостность. А почему надо? Дайте мне вторую. Какую вторую? Ну еще одну дайте. Да вы эту проверьте на целостность. А дайте мне еще одну. Откройте. А то ногти у меня не... Ну, целая трубочка? Целая, да? Смотрите, я вам открываю. Не надо, уже одну открываю. Дуйте сильнее дуйте. Вы не дуете вообще. Сильнее. Мне дыхания не хватает. Да все у вас хватает. Подождите, просто... если вы будете вот так себя вести, я буду расценивать как отказ от прохождения. Тогда вас автоматически лишат. Я сейчас выйду из машины, будете меня ловить с автоматами. Нет, давай еще. Ничего, мечта моя будет страшная. Вот видите, то есть алкогольное опьянение у вас установлено 0,520. А сколько предел? Предел 0,016, а у вас 0,528 миллиграмм на литр. Что я пила. То есть вы находитесь в состоянии опьянения.